прогорит игра. Еще и прогорит игра. Да что такое? Он перестанет мигать? Он заебал уже. Так, ладно. Ла-ла-на-на-на-на. Мы пошли туда. Так, что-то как-то херово. Так, нам куда-то сюда. Блять, по-моему, я сейчас умру. Но в дверь не заходил. Как клево. Мы не смотрим всяких непонятных людей. Кто бы там ни был, этот СГ. Рубин делал обзор на эту игру. Я не помню. Стоп гейм. Чё нельзя сказать стоп гейм? Чё надо сокращать? Потому что лень писать. Да. И в итоге он все равно написал полностью. Сика. Да ты еще пьянь? Да ёп. Что там происходит? Бля. Ты что-то не входишь в двери, ты, алё. Я умер. То есть опять меня кто-то оскорбляет, и я ничего не видел, да? Или что? Ай, Саврон. Та-та-та-там. Да твою мать, ну хорош. Бля. Хорошо. Сто хп. Как донести их? Надо просто лучше уметь играть. 100%. Например, вот так.
Да, блять, хорош! Слышь, пес! А чё? Чё оно не ломается-то? Алло, блядь! Ты чё, в угаре, что ли? Да сика. Не, я не устал от игры. Мне игра нравится. Меня просто... Я просто что-то сделал, короче, и случайно ноготь ковырнул. И он меня теперь нервирует. Я сижу... Предостальчик. Ну, в смысле, не... Чуть-чуть. Все нормально. Сама ты глупый. Сика. Та-ра-па-па-па. Ну вот что, это честно, блядь? Да ну и что делать долго теперь? Труп. Да это бред. Тут хилка ни с кого не падает. Падали бы хилки, я бы уже, по-моему, нафармил бы себе сто раз. На хп. Но она не падает нихера. Да сика. А-а-а. Ты чё, охерел, что ли? Просто брезенул меня. Да, бля, да что? Надо поспать, поспи. Не бухти, сиди. Тап-тап-тап-та-да-да-па-па-па-да. Шкуби-ди-би-ди-би-ди-па-па. Па-ра-па-ра-па. Блять, ты чё, троллишь меня, что ли? Ну чё это такое-то, блять? Левел 6 получили. Музон — это вообще самое приятное, что здесь есть. Не единственный. Эта игра хорошая, она неплохая.
Интересно. Окей. Да ты заебал. Поставляю пойти. Дверь. Да ж хорош! Чушь какая-то. Точно не по первому. В первом все действие точно происходит в городе. В одном. Ведь каждый раз, как только я убираю оружие, начинается полная одища. Блять, давай ты не будешь так делать. Чё два? Два опыта? Надеюсь, что я туда иду, куда надо. Эй, пошел нахуй! Хорош меня бить, блять! Вы заебали уже, алло! Пять, конечно. Вау-вау-вау-вау, мне сюда. Окей. Куда ты, блядь, упал? Убивайте. Мне нужно было не туда, мне нужно было левее, блядь. Хуй ты прыгнул сквозь все платформы, блядь. Имбецил тупой, блядь. Сука. Как он вот эту хуйню раздражает просто. Хочу в субботу в 5 утра вставать. Чтоб за энергетиком поехать в Москву? Срочно ты человек. На черепашек, что ли? Подожди. Уже пора? Или какой-то другой фест. Ладно. Бля, я что в 5 утра так рано-то? Так. Бля, пожалуйста. Ты меня хуеваю просто. Чё за фест? Там что-то типа музея черепашек-ниндзя. Плюс там кто-то из создателей черепашек-ниндзя приезжает. Фотографы будет раздавать. Это Скадев.
Сходил на семейку. Ну чё, как? Достаточно, мне показалось. О, да! Вот это прям о, да, сейчас. Мне либо вон в ту дверь, либо вниз. Это меломан. Шутка, конечно. Рэмбо нашел ключ. Сержант Яшин заходит сюда. Чекпоинт, блять. Ну, для начала семейка Адамс 12+. Для начала. Так что она прям не совсем для детей. Она скорее для взрослых больше. Мораль в семейке Адамс проста. Если у тебя есть, короче, младший брат, закопай его. Предварительно ударив его лопатой. Типичные Адамсы. Да не надо ничего говорить. Все, вам конец, вы умрете. Овечки никто нас не пасет. Мы таем, словно свечки. Кто же нас спасет? Спасите несчастных овечек. Алессандрос. Кажется, так. Алехандрос, Алессандрос. Спасибо за фол, добро пожаловать. Welcome! Ну и чё, ты кого-то закопал после этого? А зачем вам-то знать, кто это? Всё, вам конец, вы умрёте. Ух ты, блядь. Да ну, блядь, чё за хуйня? Там ничего интересного нет. Последний фолловер поставил точку. Господи, что? Над тем, что мне нужно это убрать. Его можно убить-то вообще, интересно. Нет, я шутаны не люблю. Так, куда мы теперь идем? Надо назад вернуться. 400 хп. Даем. Да, блядь, что? В смысле по тебе два удара? Может, хп есть? Нету. Блядь, да что? Ладно. Спрыгни.
Короче, нам сюда, может быть, туда. Слушай, это не другой ангар, ты часа. Потому что это второе. Смерти, это хорошо. Блять. В смысле? Допустим, сюда. Сюда не входим. Бей ногой. Не хочешь, как хочешь. Вы такие забанили босса на 9 дней. Привет, Гранд Мейдж. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно. Очень... Чё, как? Да норм. Чего, блядь? А чё меня задамажило-то сейчас? Да... Это как? Это нормально вообще? Я даже там не стоял в радиусе пули. Алло. Что за бред? Бля, я надеюсь сюда. Блять, ты серьезно, что ли? Блять, очень Джоджо. А, не, все нормально. Все. Это начало. Наверное. Бля, пожалуйста, не надо. Не убивайте меня. Воу! Фу, я что-то пересрал. Бомба это сверху появилась. О-о-о. Я ждал этого. Все. Так, активизируем голосовые связки Рэмбо. Если бы игра по фильму была бы точно такая же, как и фильм, было бы неинтересно, я думаю. Играть в нее ты не находишь? Привет, Ламион. Здравствуй. Кто что написал? Где? Секундочку. Пофигу. Бля, пожалуйста, дайте хилку. Есть! Есть же ж! Надеюсь, чекпоинт после вертолета был. Бе-бе-бе-бе-бе. Бля, смотреть катсцену каждый раз, ну ты чё, серьезно? Ты нормально? Каждый раз катсцену смотреть в 30 секунд? На NES? А, за что боссмана забанили или что? Чё вопрос был? Бля, шрам огонь. Ну и...
Ну, я его на 9 дней забанил. Я его, говорю, ты говоришь, ждал. Он каждый раз в конце стрима, когда я начинаю говорить, он вырубает свою команду и не дает мне разговаривать. Я его уже предупреждал, хорош. Ну это как-то некрасиво, блядь, даже. Да, короче, ты будешь разговаривать, я тебя буду все время перебивать, блядь. Как-то я хз, это не очень было. Блять, что? Окей. В идеале надо сделать так. Раз, два, три. Окей. 400 хп у нас есть. И внезапно 7 уровень. Сейчас я баночку выформлю, и мы пойдем дальше. Привет, Никита. Мне сейчас в голове мысль то, что я не поздоровался с Юрием. Я его видел, но я не уверен, что я поздоровался. Юрий! Привет! Кошмарный Чика. Он обиделся и ушел. Все. Ты мне больше не подружка. Не писай мой горшок. Прыгни. Я бы взорвался. Ладно. Ну я что-то вообще у меня... Бля. Пипец. Пока, короче, собирал уже. Уже надамажили я ебу сколько. Безопасно. Более-менее. Ну окей. Блять, сколько дамажите ты, ёб твою мать? 40 хп? Ты чё, блять? Чё это за жесть? 40 хп. Одним ударом? Что, ужас какой-то.
Бля. Ну залезай наверх-то, ёпта, ну. Хорошо. Привет, Юки. Так, что, оставляем 8? Или с 9 идем все-таки? Более поздравления. Я его уже не помню. Это у которого двойное? Для тех, кто после Нового года, и для тех, кто до. Так, ну ладно, пойдем. И будем надеяться, что мы выживем. Ах ты пес! Чего? Это был робот? Ну боже. Сот! Ебать! 500 и по 200, охереть! Я не знаю, что робот делает в Рамбо. Абсолютно без понятия. Еще учить вопрос, как мы будем выживать сейчас. Хватит ли мне патронов на все? Просто как-то невзначай у меня уже вообще жизни нету. Что, блять? Так, ладно, окей. Седьмой уровень опять. Опять? В смысле, два раза седьмой уровень был? Думаешь, это чувак с огнеметом просто? Еще такие вещи помнят тогда и сейчас. Так, я так понимаю, мы идем спасать опять чувака, что ли? Гранаты дали. Так, давай ты запрыгнешь. Я убью. Красавчик. Ха. Ну, мы в тюрьму идем. Блять, не надо. Задамажут, я упаду, умру. А это мне нельзя. И
Я не знаю, при чем здесь роботы. Что они тут делают? О, нет. Не надо! Автомат с него падает. Хорошо. Так, ну самое стрёмное мы прошли. Ты умеешь делать хороший контент. Да брось. Так, я знаю это место. Здесь что-то падает с ящика. Нет, не падает теперь. Так, на чем мы идем сюда? Да! Yes. Так, и это должен быть чекпоинт, по идее, да? После разговора с ним, да? Я слаб, мои силы на исходе. Опять аутентично. Голос у Рэмбо. Смжем. Что есть контент? То, что на стримах происходит, наверное, что еще? Я все запоминаю, я сам не запоминаю, что происходит. Если вы запоминаете, что происходит, ладно, хорошо. Потому что я нихера не помню. Куда мы идем дальше? Вертолет нужен? Наверное, надо назад вернуться. Да, етить. Да будет. Будет. Список я уже почти составил. Ну как почти. Я это сделал месяца три назад, наверное. Ах ты ж мать! А как тогда, подожди? А как? А как по-другому туда попасть? Ох, лол. Это мне сейчас придется как-то хербами идти. О, ночь наступила. Так, стоп, подождите. Как мне вообще туда попасть? Пиздец. 38 хп одним ударом. Охуительная справедливость в игре. Я, конечно, понимаю, что у меня жопой жует этого хп. Но у меня патронов-то не дохуища. Что такое СГГ? Ты тоже Адамсов посмотрел? Ну и что?
Нравится, что они взяли эту заставку старого сериала и адаптировали ее под анимацию. Вот это прям охуенно вышло. То есть там чуть ли не кадр в кадр, знаешь, они ее сделали. И это круто. Да к мне тоже рисовка не зашла. Но в итоге. Ну это когда показывали? Хер знает, когда показывали-то еще эту рисовку. Мне вон DuckTales тоже рисовка не зашла. Ничего на деле вышло. Блять, куда я иду? А, больше 7 уровня не прокачу. Вовремя. С уровнем фулл хп восстанавливают. Прикинь, чё, блядь. Вот это серьезно. Дух говорил, вы метайтесь. Только в конце фильма. А что она думала, он говорил? Я помню, весь кинотеатр немножко угорел. Мы кого-то сбили! Просто. Думал, рычит. Блять, куда мы идем? Серьезно, сейчас я вообще не понимаю. Блять. Да ну вот за что? Да пиздец, ну блять, ну 4 врага, блять. И у меня уже нахуй хп нету, блять. Что такое-то вообще? Когда вы, блядь, успеваете мне хп-то все снести? Пиздос какой-то. Чё это за дичь? Я айдрил. Во. Да-да-да. Стой. Это я помню место. Нужно ли мне сюда идти? Нахуй ты в него влетаешь-то, ну? Сразу два оружия. Так я и говорю, мы кого-то сбили, ура. Так. Куда я иду? Воу! Воу! Я правильно понимаю? Пизда труп. А как я... Блять, серьезно? Отсюда. А. Я нихера не понял, как я туда попал. То есть, типа, мне вот сюда. Я вот сюда заходил. Блять, нет, не сюда.
Никуда я ни сюда не заходил. Нет, куда-то другое место было. Это не то опять. Должно быть все проще. По идее. Не, убейте меня. С факелами на телефонах. У всех внезапно оказалось, блядь, приложение, которое, блядь, показывает факел. Это... Просто кукуха съехала, блядь. У создателей. Так. Давай не там я попробую зайти. Давай попробую... Чё тебе? Чё дальше? Странно это все. Я даже не знаю. Да почему ты не умираешь с первого удара, алло? Бестолочь. То есть сюда. Но мне явно нужно... Блять, ты чё, угораешь? Мне явно нужны хилки. Блять, нахуя они такого босса сделали? Чё, с ума сошли, что ли? Не, ну ты серьезно, ты видел? Я сейчас себе даже с трудом представляю, как я буду его валить. Там каждую секунду сверху что-то падает. Потом по бокам, чуваки. Одно попадание минус 40 хп. Это, то есть, меня прям вообще, короче... Максимально быть нужно внимательным. Ко всему абсолютно. Слушай, я сейчас понял, я не буду лечиться. Мы сейчас сделаем так. На... Да. На где-то 9к, короче, дали этот... Да блять. Для восстановления полного хп. И почему бы нет. Так, все, валим. Шкопите папа. Так, куда мне нужно-то? Пиздец. Только фул хп было. Уже 170. Когда че улетает? Ще беда. Сика. Да ты что? Есть? Все это я пропускал. Блять, ну в смысле?
Да пошел нахер! Чё происходит? Пиздец. Ой, бля, еще это что ли нужно проскакать? Ну ебаный ты. Да. Да, почти финал. Так, мы джамп взяли. Если чего, можем идти, на самом деле. Фу-у-у. Так, есть гениальная идея. Так, сюда. Блять, в смысле? Это не то место? Да как так-то, блядь? А чё... Чё-то я ничего не понимаю. То есть мы каким-то волшебным образом только что сделали петлю, что ли, блядь? И вернулись сюда же? Блядь, как? Как? Я не понимаю. Что за магия? И здесь тупик. Как я в прошлый раз дошел? Так. Да, я возьму. Хапунди. Чем пойдем по дороге пизданем на 8. Ка, блять. Нам фул хп как восстановят, мы как охереем. Ух. Так, 7900. Аккуратненько, аккуратненько. Так, еще нужно чуть-чуть. Блять, живи. Пожалуйста, живи. Сколько надо-то? 9? Отлично. Фу. Да вы, блядь, кто? Чего с так много-то? Лё. Эй, дэ, лё. Эй, дин-дин-ле. Ле-ле-ле. Ле-ле-ле. Блядь, патроны кончились, охуительно. Сколько тебе надо-то, ёпте? Чё такие... Чё такие неубиваемые-то все? Бляха, куда я в прошлый раз пошел? Да повернись, ёбнутый! Стрелы кончаются, ну пиздец. Чё ничего не выпадает-то, блядь, алё? Выпадают ножи, блядь. Конец игры уже практически. У меня только ножи, блядь, одни. Ты чё, издеваешься, игра? Чё с этими ножами тут буду делать? Ой, блядь. Ну, спасибо, нахуй. А. Ох. Ладно, ух. Надо этого чувака наверху убить.
него автомат падал. С какого-то. Так, окей. Окей. Ну так это жиза. Убить робота ножом жиза. Всегда так делаю. Еще можем здесь левел поднять. Сегодня четверг. Я еще в днях, короче, запутался после Питера. До этого и так было как-то хуёво. Теперь вообще. Бля, я еще жив, окей. Я не дотяну. Окей. Да, блядь, почему он, сука, с двух ударов-то убивается? Ёбаный стыд. Чё дело-то? Алло. Чё, а чё? Чё, а чё? Ну, эпики в четверг раздают игры обычно. Где второй-то? Их же два было. Нет? Где второй-то? Он куда-то это эвакуировался, по-моему. Этот второй. Кто-то сомневался? Что, жести не будет или что? Че раздают? Я не знаю. Я говорю, два это должно, блять, в смысле? Так, еще троих так надо убить. Ты куда? А ну-ка, стой. Становится. Привет, Даффи. Сейчас все восстановит. Сейчас все восстановит. Главное не помереть. Еще все. Вот этого убиваю, и у меня становится все хп. Блять, автомат. Я думаю, что у меня так копится медленно, а мне не дают
этого чувака опыт. Потому что с него автомат падает. Гениальный ёпта. У меня всегда в Dark Souls 2 спавнится враги. Даже если они не должны спавниться. Перестают. Всегда спавнится. Потому что ковенант чемпионов. Пи-пи-пи-пи. Блять, я вернулся в начало. А чувака больше нет, да? А мы можем, короче, вот машину провернуть? Чисто ради любопытства. Если я с ним еще раз поговорю. Не работает. Черт. Машина что-то не машнится. На-та-та-та-ран. Да, конечно. Так, этот проход меня приведет к лагерю. Мне в лагере не нужно. Иначе мне придется все проходить заново. Все в идеале. Надо сделать так. Надо сделать так. Мессенджер раздавать будут. Да вряд ли Steam. Так, здесь проход один. Ага, в него и надо. Окей. Блять, уже 50 патронов? Ты чё, серьезно? Как ты успеваешь-то, блять, и патроны-то расстрелять? Я стреляю по два. Так, во, нашлось место, окей. Бля, ну чувак, хорош. Так, чё ты там начинаешь, сраный Epic Store? Чё тебе не нравится? Ему игры на халяву дают, а он жалуется. Вот после Нового года будешь жаловаться, сейчас не надо. Так, все, мы пришли. Не пересаду деньги, игры давать людям на халяву. У них все нахуй пошли. Поехали. Да, блять, да, сука, в смысле? Так, ждем чувака. Да, блять, почему бы, почему поменялись? Что, блять? Блять, ну не тролль меня, игра, ёбаный стыд. Чё-то жесть какая-то.
Да ты заебал, блять! Умри нахуй! Блять, это последнее. Ну я ебу. Да ну это пиздец. Как, блять? Я не понимаю. То есть я потратил все. Я потратил все хилки. Тип 4 есть, ладно. Это Скорпион Геймер. Короче, мы идем сюда. Теперь еще раз справа, да? Ну, ты 99 стрел, откуда-то взялось. Что, ну? Час типа прошел. Да блять, ну заебали, хорош. Ну и хорошо, сейчас прошел, чё. Так, короче, есть что-нибудь? Вот. Это последний босс. Спокойной ночи, вас Джордж Тудей. Прыгнем. Да чувствую, лучше добить уж чё. Ну либо я хз. Игра, иди нахуй. Ей-богу, блядь.
Окей. Сика. Я не знаю, что это. Хорошо, она в топе Steam, но нет, как все равно. Я не знаю, что это. Я вижу только что Гарфилд и гонки. Все. Блин, Марилка. Ну что, это плохо, что ли? Напеку, что ли, до хера таких игр? На скидку только этот, блять, могу вспомнить. Как эта игра называлась? Блёр? Соники. Что-то сделать сейчас. Не знаю, что надо сделать. Надо умереть. Так быстрее, наверное, будет дойти. Наверное. Опа! Там матик. Так. Нужно вниз. Пять тысяч опыта. То есть, пока дойду, надо где-то 4К нафармить. Да, блядь, слышь! Так, отсюда вправо, правильно? Это еще кто, блядь? Кто это? Это босс был? Бля, прикинь, с него ХП падает, если... Хуа. Хуа. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Я не знаю, как по мне, этим
Disney уже давно пора выпустить Sugar Rush. Серьезно. Я, конечно, ни на что не намекаю, но в Аральфу нету игр нормальных. А Sugar Rush это прям идеальная хуйня. Это тебе и гонки, это тебе и будет как этот, как раз твой этот Mario Kart. Let's play чего? Эликсарик. Какой-то неофициальной игры, что ли? Или какой-нибудь игры на мобильнике? Я думаю. Блять, а почему он дамажит-то меня? Я ж, блять, сижу, алло. Докинешь гранату. Бух нахуй. Бум. Дай последний гранат. Какая жалость. Бум. Да, я боюсь. Вон. Блядь, зачем? Надо было спуститься, просто чуваков завалить. Труп. Зря хилку потратил. А чё такой жесткий-то, блядь? В смысле? Да, еще нормально.